Как же повезло, а? Вообще. Фух. Гандер Драгон говорит, получилось. Ну, естественно. Все, уходим отсюда. Чего, ничего больше нет. Так, по словам гения, мы должны пройти к танку. Вон тому. Надеюсь, тут нет рад. Радиации всякой. А, нет, есть. Я не могу прицелиться. Можно не лагать, пожалуйста. Спасибо. Меня как будто не видно было. Это было изи. Хоботок гнуса. Хоботок гнуса. И что дальше? И берем касточку. И уходим сразу, потому что радиация тут капец какая. Я могу его даже надеть, одежду. Помнишь, надеть. Изначально надеть. Не, свои лучше. Солнечные очки надеть. И все, я полностью защита вообще. Они не отличаются. Только если новые прям вообще. Все, я, наверное, отлично выгляжу. Привет! Да, я тоже рад. Не верю своим глазам. Это правда вы. Да, это я. Ты все еще здесь. Все еще здесь. Вот ты все еще здесь. Значит, другие, возможно, тоже живы. Нифига я выгляжу, как этот химикат, блин, щелочь. Разумеется, я еще здесь. Он даже... Вы же не думали, что большая доза радиации может спорить с красотой гордостью генерала от Мига Интертейшн? Понятно. Вы уже уходите так скоро? Да, я ухожу. 5 шпилек нашел, ё-моё, нифига. Нет, шпилек хватит на весь мир. Топливо для мистера поможет. Лутаем все. А ничего нет, хорошо. Книжка спешл. Вы видите проблемы, которые хотите улучшать. Я... Восприятие. А как посмотреть таблицу способств? Восприятие, да, карманник. Уровень. Хорошо, все, понял. Покремушка, кубик. Кубик. Стольная игра. Топ. Взять, даже лампу могу взять. Я иду, дружище. Да, жди меня, я иду. Не убегай. Ручная машинка. Все взял, все упаковал, можно идти.
Глобус даже могу взять. Критический удар без оружия, холодным оружием наносит на 5% больше урона. Взять. Сходно. Банка из-под кофе. Бутылка из-под молока, на которой я всегда огрызался, она там стояла. Чем мне вообще это все? Я не знаю. Я не знаю, что мне надо. Парная стоечка. Чё нет? Все телеки перестали работать, понятно. Американский флаг. Сверху ничего нет. Ну все, пустая квартира. Погнали дальше. Два ништяка нашли. Да, реально он не врал. Тут есть эта штука. Не знаю, что-то происходило, но надеюсь, ничего такого. Тут. Место тут. Рейдерская броня. О, да. Кость. Удочка. Даже лежат тут предмет. Тут столько всего валяется, ё-мо, надеваем, ё-мо, быстрее. Мы нашли капец просто. Красавец, я чё, был выхожу? Так. Полный комплект. Цена 32, ну и защита. Но у меня теперь на каждом есть защита. Я теперь, наверное, выберу офигеть, как топово. Чё дальше? Ё-моё. А я думал, он нормальный чел. Все, я его раздел. Чудо-клей, кисть, ведро. Тянет. Я что-то взял, реально. Что-то было, что-то в руках у него было. Оружие. Что-то по оружию. Какой у него урон? Урон 18. 17. 13 урон. Скорострельность выше. Вес. Не, вообще хрень. Мой пистолетик лучше. Вот тут, ё-моё, я бы сам не разобрался, реально. Скальпель. Просто подбираем. Муртофрукт. Все, я на свалке. Реально толстяк лежит. Ё-моё. Вот это да. Блин, как он съемно выглядит. Вообще не хочу его активировать никак. Топливо для огнемета просто тут лежит рядом. Блин, он уже лазит там. Пока я добрался.
Открываем. Он сказал, если я запущу этот, вот эту вот штуку портативную, то мне нападет рот, поэтому я не буду ее трогать. Потому что я сейчас очень слабый. Оружейный верстак. Сейчас поиспользую. Ход рот. Новое рассказывает для силовой брони. А взять. Коробка сигар. Симулятор. Заряд ножницы. И бомж. Все, больше ничего нет. Зато есть... оружейный верстак, я могу... Нет информации. Толстяк. Ё-моё, какая огромная штука. А, я сзади его сейчас спереди встал. Могу войти. Еее, у нас теперь есть броня. Класс вообще. Ой-ой-ой, вот это киборг. Куда мы идем еще? Ну это было легко. Все, заберем у тебя лох. Тут тоже все заберем, ё-моё. Столько всего. Че я взял сейчас? Для дробовика патрончики. Мясо. Какое-то. Медан и психа. Крышки? Нет, не крышки. Мясо кротокрыса. Все, получается, это дом наш? Будем искать в следующем пункте. Чёрт. Войска позволяют строить, изменять, сносить ближайшие объекты и структуры. Для просмотра вариантов используйте чик-чик-чик-чик, чтобы найти объект или структуру, которую хотите построить, или выбранный объект, выделенный зеленым цветом, нажмите Е. Чтобы построить его, если он выделен красным, измените его и своим изображением таким образом, чтобы цвет заменился на зеленый. Для задания объектов в мастерской требуется для комбинета, для создания комбинета будут фактически взяты из хлама в ваших предметах или в мастерской, окей. То есть я могу разобрать. Ухо. Мяч разобрать. Че еще могу разобрать? Оружейный верстак. Я не буду его разбирать. Пустая масленка. Так стоп. Я же могу тут это. Аккумулятор внизу лежал. Как я вообще не заметил. Я вообще не был тут, сам. Гвоздодер. Все, забирайте его. Похожу пока без нее. Чего интересненького тут есть? Радио включаем. Пустая масленка. Закроем. Чё нет? Фейник. А? Что здесь? Что-то есть. Пильки 3. Вот бы сейф разобрать какой-нибудь. Если бы он был. Был бы я бы сразу.
Никаких сейфов, типа скушать. Оружейный верстак. Штатный нет, надольный. Маленький штык, большой штык. Штатный прицел. Коллиматорный прицел.